Новая уборочная техника пополнила автопарк Объединенного комбината благоустройства и ЖКХ «Люберец». Арсенал обновляется каждый сезон, а качество и возможности новой техники улучшаются. С закупкой помогает область. Перед первым выходом на линию – проверка готовности машин и персонала. Подробности у моих коллег. Здесь пульт, то же самое, все видно, где что опускается. Ну, своим ходом сюда доехали. Да. Автоматизировано практически все. Перед началом эксплуатации водители прошли специальную подготовку. Ведь до сегодняшнего дня такой техники на вооружении коммунальщиков «Люберец» не было. Делали мы на такой технике в день до, по-моему, 60 или 70 ям. Ну, разные, понятно. Швы очень удобно заделывают. Но ошибка была первая, то же самое, когда технику только привезли, не промыли систему, ну там через месяц, допустим, забыли. Там все забилось, потом проблема была, опять что-то меняли. Этот человек все нам вчера объяснил. Вот эти ошибки. Да, все это. Все показал, все рассказал. Техника для заделывания дорожных выбоин и швов, большие, малые и прицепные пылесосы. Для каждого вида загрязнения свой. Вышки с выносом стрелы до 28 метров для опиловки крон деревьев. Экскаваторы и газели для перевозки оборудования и бригад. Наше предприятие развивается. У нас есть планы по усилению и с точки зрения персонала, коллектива. Мы, конечно же, приглашаем молодежь. Это предприятие, которое всегда 24/7 находится на пике благоустройства, в гуще событий. Конечно же, там просто интересно работать. В ближайшее время в распоряжении Объединенного комбината благоустройства появится еще 6 новых самосвалов и другая современная коммунальная техника. Луиза Егиазарян, Ирина Иванова, Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ.